Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас с вами таро-прогноз, карта дня на 16 июня 2023 года. Давайте с вами посмотрим, какой это для нас день, что он нам принесет. Ну, а прогноз у нас по традиции для каждого знака зодиака. Итак, смотрим. Общая карта дня. День достаточно хороший, стабильный. Мы получаем в этот день какие-то возможности, прибыль, деньги, зарплату, выгодные предложения, проекты всевозможные. Если здесь идет речь о каком-то начинании, то вы должны понимать, что это дело, которое вы начнете, будет для вас всерьез и надолго. Заключение союза, партнерство с надежным человеком, возможно, в этот день. Что в позитиве? В позитиве. Ну, я думаю, что в позитиве будет человек, который как ваш кармический учитель какой-то. То есть вы получаете здесь определенный урок от человека, который является вашим кармическим учителем. То есть вы получаете от него ценную информацию. И это будет во благо. Что в негативе? В негативе будет отказ от прохождения этого урока, вообще отказ от участия в каком-либо совместном деле. То есть, когда человек говорит, я не хочу вот тебе верить, я не хочу на тебя полагаться, я буду решать все вопросы сам, допустим, или сама, ну, к примеру. Вот. И вот это будет в негативе. То есть, здесь должно быть какое-то взаимодействие. Здесь в этот день должно быть партнерство. Если человек уходит как бы от вот этой совместной работы, чего бы она ни касалась, то, соответственно, он не проходит какой-то определенный урок. Так, далее. На что следует обратить внимание? На работу, совместную работу. Кропотливый какой-то труд. Что-то вы будете мастерить. То, над чем вы работаете, это очень ценно сейчас. Это очень важно. То есть что-то в вашей жизни обновляется. То есть вы что-то созидаете, в вашей жизни что-то обновляется, как запущен какой-то процесс. Так, что в личных взаимоотношениях? В личных взаимоотношениях. Ну вот смотрите. Здесь, в принципе, что? Хорошее настроение, праздник, торжество. Но в то же самое время семерка кубков нам говорит о каких-то иллюзиях, о каких-то фантазиях. Да, и вот то, что я говорю, что здесь человек уходит как бы от этого. Семерка кубков, восьмерка кубков. То есть совместно вы можете что-то с вашим партнером или с близким человеком что-то планировать, о чем-то мечтать, над чем-то работать. Да, и в какой-то момент вы или наоборот этот человек, который является партнером, может сказать, нет, извини, дорогой, всем спасибо, все свободны, да, и вот пойти заниматься лично своими какими-то делами. Вот это будет нехорошо. То есть здесь нужно реализовать какие-то планы. То, что вы себе думаете, то, что вы планируете совместно, нужно воплощать в реальность. Так, что в рабочей сфере? В рабочей сфере пока что нет каких-то конкретных результатов, вы чего-то ожидаете, вы к чему-то готовитесь, то есть вы прикладываете усилия, да, вы эмоционально затрачиваете вот что-то, да, вот энергию свою тратите, но пока что результата нет, он будет, ближе к осени будет результат. Так, далее. Если запланирована встреча, как она пройдет? Встреча пройдет очень хорошо. Очень перспективный человек у вас на этой встрече будет. То есть вот вообще взаимодействие с этим человеком будет просто огонь. Класс. Вы сможете договориться, вы сможете найти общий язык, вы сможете поставить какие-то для себя общие приоритеты и совместно к чему-то стремиться. Этот человек, с которым запланирована встреча, является очень энергичным. Есть огромный в нем или в ней потенциал. И вот этим нужно воспользоваться, да, вот нельзя упускать такой шанс.
Можно ли давать деньги в долг? Ну, вы знаете, нет. Можно ли брать в долг? Нет. Брать в кредит? Нет. Общий совет карт. Прекрасно. Выйдите из каких-то иллюзий. Перестаньте что-то за кого-то додумывать. Перестаньте строить воздушные замки. Переходите к определенным уже каким-то конкретным действиям, конкретным шагам. Воплощайте вот свои планы в реальность. Так, послание фей. Вегетарианство. Новый тип питания поднимет уровень вашей энергии, укрепит здоровье, повысит ясность мышления и усилит способности. То есть в вашей жизни будет какое-то обновление, что-то будете созидать, и это будет во благо. Хорошо, смотрим дальше. Сейчас я это дело соберу. Овны. Овны. Карта дня для вас. Овны. Для овнов хороший день. Король жезлов. Да? То есть здесь прилив какой-то энергии, прилив силы, желание действовать, взаимовыгодное партнерство с кем-то. Но и у вас появится желание блеснуть, что-то кому-то доказать, что-то сделать. Вы понимаете, что какие-то тревоги, печали, они из вашей жизни уходят. Все становится на свои места. Вы полны сил, вы можете, вы хотите и вы будете делать. Вот такая у вас позиция. Тельцы, карта дня для вас, тельцы. Для тельцов день ожидания. То есть что-то вы ожидаете, над чем-то вы работаете, ждете каких-то вестей. Может быть, ждете письмо от какого-то человека, чтобы вам кто-то весточку это прислал. Ждете каких-то результатов, но пока что всего этого нет, да, пока что тихо. Да. Какие-то есть определенные волнения вокруг вас, сплетни могут быть, разговоры не очень хорошие. Ну, вот нужно вам подождать, пока эта буря вся утихнет. Особо на пролом не лезьте. Близнецы, карта дня для вас, близнецы. Для близнецов прекрасный день. Все в ваших руках. Вы будете манипулировать кем-то, вы будете на кого-то воздействовать, будете покорять, очаровывать в этот день. Очень много разговоров у вас будет. Разговоры будете вести с человеком, которому очень доверяете. Вы ему как-то доверитесь, раскроете все карты, да, поделитесь чем-то сокровенным. Но, в принципе, здесь разговор будет светлый, такой положительный для вас. Поэтому почему бы и нет? Раки. Карта дня для вас. Для раков королева мечей. Оформление документов, трудоустройство, прохождение медкомиссии, допустим, медосмотра, решение вопросов, связанных с удостоверениями какими-то, с правами, обязанностями. То есть что-то вы здесь будете приводить в порядок. Я вам скажу так, что в вашем окружении есть человек, который хочет подложить вам какую-то свинью. Но так или иначе вы этому человеку сможете достойно ответить. То есть вы отсечете вот то самое, что вам хотят дать. Не очень хорошее, да?
Вот вы сможете себя защитить, как преградить для кого-то вот этот путь. Вы как выставляете определенную защиту перед собой. Львы, карта дня для вас. Львы. Так, ну для львов день достаточно насыщенный. Эта карта выпадала у нас в негативе. То есть, если вы уйдете как от чего-то, откуда-то. Давайте посмотрим. Знаете, вас могут поманить куда-то, как будто бы вам могут пообещать лучшие условия, большую, там, допустим, зарплату, к примеру. Чем-то могут вас вот как-то поманить, пообещать вам что-то могут, но вот это обещание не выполнят. Поэтому не спешите уходить с того места, где вы есть сейчас. Девы, карта дня для вас. Так, ну, дев какой-то тупиковое какое-то положение. Вы как закрыты для общения, для какой-то инициативы, но при этом вы можете делать вид, что вам это не интересно, вам ничего не надо, но тем не менее вы все равно за кем-то или за чем-то подсматриваете. То есть вы все равно бдите. Какую-то ситуацию вы из-под контроля не выпускаете. Но при этом можете делать вид, что вам как бы все равно. Ну, да, потому что вы смотрите за развитием какой-то ситуации. За тем, как кто куда идет, допустим. Как развиваются отношения. Какие варианты вот вам могут предложить, к примеру. Да, вам могут сделать предложение, вы откажетесь, мол, вам это неинтересно, но тем не менее потом в интернете вы будете искать информацию по поводу этой компании, этого человека. Вы будете проявлять любопытство по отношению к кому-то. Вот такой вот день. Весы, карта дня для вас. Для весов хороший день, мир, заключение какого-то союза, мир в душе, мир в семье, завершение чего-то, да, то есть какую-то программу вы завершаете, какой-то урок вы уже наконец-то прошли, усвоили, да, и перед вами открываются новые возможности. Может быть, здесь речь идет о дороге за границу куда-то или в другой город, поездка может быть для вас актуальна. То есть я не говорю о том, что вы в этот день поедете, но вы можете планировать, оговаривать что-то, допустим, ну, как-то так, готовиться к чему-то. Но в целом день для вас будет позитивный, то есть какие-то новые перспективы для вас откроются. Скорпионы, карта дня для вас. Для скорпионов день напряженный, вы будете здесь что-то защищать, отстаивать свои интересы, отстаивать свои какие-то права, допустим, и как будто бы вы захотите от кого-то отбиться, да, то есть вот кого-то от себя отсечь захотите. Но при этом это касается в большей степени вашей семьи, вашего дома. То есть, может быть, вы будете против того, чтобы к вам в дом кто-то приходил, допустим. Из знакомых, из друзей, якобы друзей, да, в кавычках. Вот. То есть вы как будете стоять на страже вашего дома. Так. Стрельцы, карта дня для вас. Для стрельцов прекрасный день. Здесь идет продвижение вперед. Прорыв какой-то, стремительное развитие ситуации, поездка, решение вопросов, связанных с транспортом. Вы найдете ключ к решению какого-то дела, вопроса. Откроется какая-то тайна. И вот после того, как вы вот это открытие совершите, да, у вас стремительно начнут развиваться какие-то события в жизни.
Козерожки, дорогие, карта дня для нас. Так, ну для козерожек день хороший, стабильный. Вы будете заниматься домом, решением домашних дел, уюта, быта. Так, что-то можете покупать ценное в дом, перебирать что-то в доме будете, наводить порядок, возможно, будете. Возможно, да? И здесь может быть еще какое-то накопительство. Либо вы как бы копите деньги для чего-то, для какой-то поездки, допустим, для какого-то дела. То есть вы как собираете, вы планируете. Либо вы планируете собирать эти деньги, либо вы их собираете, к примеру. Либо вы можете их вкладывать в какое-то дело в этот день, которое, вот это дело, оно будет приносить вам в итоге какую-то прибыль. То есть здесь будет идти отдача вам. Это благоприятный день для инвестиций. Водолеи, карта дня для вас. Для водолеев день неплохой. Вы получите какое-то предложение, приглашение. Будете обдумывать, принимать или нет, идти или не идти. То есть, в принципе, у вас все в порядке, вам всего хватает. Но вы будете думать еще о каком-то варианте, о каких-то дополнительных возможностях. И, скорее всего, что это будет связано что-то с информацией. Да? То есть, вот вас могут позвать туда, где могут поделиться какой-то ценной информацией. Или вам могут предложить что-то. Да? То есть, какую-то книгу, какой-то документ, какой-то проект. В общем, ну, будете думать об этом. Стоит соглашаться или нет. Рыбки. Карта дня для вас. Рыбки. Для рыбок хороший день. Здесь какое-то развитие, стремление, желание достичь каких-то высот, прорыв, поездки, общение, скорость. Да, вы будете где-то спешить. Будете спешить. Ну, и знаете, вот, потому что вам надоела какая-то запутанная ситуация. Вы хотите поскорее решить все вопросы и освободиться от чего-то. То есть вам, у вас нет желания тянуть резину, да? У вас есть желание наконец-то прояснить что-то. Поэтому вы и будете спешить навстречу, позвонить кому-то, написать, ответить. Потому что вот затягивать что-то вы не желаете. Вам нужна какая-то конкретика, ясность, чтобы все было в порядке. Вот такой у нас получился с вами прогноз. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всего доброго вам.